Селена Клай. Короче, мне пришло очень много посылочек. И одна для тебя. Я не знаю, что это, но, короче, это, походу, для тебя. О, это же посылка пришла от девочки, письмо от подписчицы. Да? Да, это от подписчицы из Казахстана письмо пришло. Ого. Круто. Но это я буду открывать уже на своем канале. А сейчас мы открываем вот это все. Давайте аккуратненько вот так вот все перевернем. Открываем это. Ты уже решила проверить по дороге, да, что там было? Я не открывала. Ух ты. Кто-то заказывал? Это я заказывала миллион лет тому назад тебе, Кира Тени. Офигеть. Я уже думала, что они не приедут никогда. Давай откроем, посмотрим. Давай вот это. Это, по-моему, тоже Тени, если я не ошибаюсь. Можно я? Ну, отрывай. Оно просто... Нет, открывается. Это очень красивая коробочка. Это хайлайтеры, а это типа такие... Давай откроем, посмотрим, как они смотрятся на руке, на ноге, на глазах и на всем остальном. Возьму свой прекрасный ножичек. Угу. А, я ногу только что подвернула. Так, опа. Я уже думала, эти посылки никогда не приедут. Именно вот эти вот. Я их уже жду второй с половиной смотрите, месяц. Смотрите, как оно блестит, боже мой. Очень красиво. Это прекрасно. Пробуй. Тут все вот эти вот штучки вылезли наверх. Класс. А вторую попробуй. Да, я попробую. Давай, ты попробуй. Красиво, прекрасно, превосходно. Это я попробую. И замечательно. Боже, посмотрите, какие классные цвета. Вау. Дай тебе на руку теперь это. Не, мне не нужно. Ну да. Опа. Мне потом супер. Смотрите, какие стойкие. Блин, смотри, какие они стойкие, Кира, я отмыть не могу. Классно. Я сейчас помою руки, потому что так я не могу. Да ладно, открывай. А, ну у тебя же там совсем да, много. У меня очень много. Давай. Поэтому я сейчас быстро. Снег, ты решил тоже проверить, что тут пришло, да? Ты самый главный проверятель. Давай следующий. А, вот это просто обычный хайлайтер. Я их не буду пробовать. Почему? Я попробую. У меня еще 4 пальца. Попробуй ты. Давай. Класс. У меня, кстати, вот такие вот есть. Ух ты, какой красивый. О, супер. Блин, я сейчас ими даже попробую. Но у меня все вот эти цвета есть. Практически у меня есть вот эти вот три. Я насчет этих трех не знаю, может, немножко другие оттенки. А вот этот у меня по-любому есть. Я помню, я как-то с английского шла. Еще давно-давно английский у меня закончился. И мама мне подарила вот такую коробочку вот таких вот блесточек. Да, блесточки есть у тебя, да. Но очень-очень классно. Я, смотрите, размазала по руке. Просто превосходно. Обезьяна косметика. Ну что, давайте вот это вот черное. Джума я оставлю на потом, потому что... Джума, я помню, что я там заказывала. Это должно быть просто... Это гамаки должны быть. Ну так, гамаки. Что это? Не знаю. А что это такое? Мы что, заказывали? Я не заказывала это. Я же говорю, каждый раз нам приходят какие-то странные посылки. Ну покажи. Так что это такое? Я же должна увидеть. Я такое не заказывала. Я тоже не заказывала. Ну это трусы. А ну открой эти. Это тоже все белье. Но я не заказывала белье. Я тоже не Тем заказывала. Тем более размер эмочка. Это. Это тоже. Не, ну хорошо, белье у нас будет, но мы его не заказывали. При том, что я на него только смотрела. Но я не заказывала, я не оплачивала ни разу. Обалдеть. Слушай, этот Джум, да? Джум, это вообще кто просто какой-то уникальный магазин. Мы это уже... заказывали год назад. Это вообще не заказывали. Не заказывали. Так, что у нас там еще есть? А вот здесь что-то. Мне кажется, что это должны быть гамаки все-таки. Аккуратно, только не порежь. Да.
Это что? Что это такое? Я не понимаю. Что это? А-а-а, вот это тоже я заказывала полгода назад. Давай это мочалки. Короче, слушай, Кира, открой эту мочалку. Это мочалка для депиляции. Но без каких-либо средств. А ну, помажь меня этой мочалкой. Сильнее. Другой стороной. Нет, другой стороной, значит. Короче, вот так вот мы должны ею мазать. И она должна снимать волосы с тела. А другая сторона шлифует. Я заказала 3 штуки. Ну, типа, я не знаю, попробовать. Получается что-то, Кира? Лайфхак сработал? У меня волос больше, по 3 меня. Так, сильно. Ну что? Нифига, только электризуется. Ничего не смыло, да? Mm-hmm. Странная вещь. А у меня в рот, смотри, видишь, вот тут вот, вот такая вот штучка. Слушай, у тебя получилось. А короче, волос, куда волос пропали? Мочалка для депиляции. Вот такие вот мочалки для депиляции теперь у нас есть. Фигня. Так, ну, дальше смотрим. Заказываешь себе какую-то фигню? Да, конечно, я вообще трусы не заказывала. А получилось так, что они приехали. А это что? В одной посылке. О, ничего себе! Так это не гамаки, походу. Все-таки гамаки это, не приехали. Это, походу, мое. Пожалуйста, хоть бы это было мое, хоть бы это было мое. Пожалуйста, я не хочу, чтобы это было мое. Да, это мое. Боже, как я это долго ждала. Ребят, вы не представляете. Я это очень долго ждала. Но мне кажется, обалдеть, оно слишком большое. Очень красивые ногти. Даже открой. Есть. Давай посмотрим. Я даже не думала, что такие ногти могут быть. Ух, вот такого вот клея ногтей. Так, но это все на большие пальцы. Смотри, тут их дофига, этих ногтей. Посмотри. Даже пилочка. Еще и пилочка есть. Клей специальный для ногтей. Смотрите, но какие красивые. Я вот этим клеем не клею, потому что оно быстро отклеивается. Я клею сначала на этот клей, потом прохожу с этими ногтями, потом клею на такой жух клей. Короче, клей для ногтей. Ну, красивые ногти. Давай обратно. Когда мама не разрешает делать наращивание. Правильно, нет. Покупай ее ногти и накладные. Это даже очень хорошо. Ты ничего не портишь. Ни свои ногти, ни чужие ногти. Круто. Туда. Тут вообще ничего нет. Там не свети, такого, пожалуйста, телефоном, адресом и всем остальным. Вот тут режь. Ну, какая-то маленькая чешуйка. Ну, ты же заказывала там себе постоянно маленькое что-то, маленькое. Вот кольцо. И давай посмотрим. Это кольцо? Скажите, что это кольцо, я очень-очень долго. Интересно, тот размер ты заказала кольцо? Ой, это то, что ты хотела себе. Да, это Кира себе заказывала септум на магните. Я буду попробовать это открыть. Попробуй. Боже мой, это я хотела посмотреть, будет ли мне идти. Это. А это что? Это откручиваются вот эти вот штучки от вот этой палочки. А, это еще в нет, это зайка еще, наверное, это в нос. Это меняются вот эти вот штучки. Они откручиваются, а, меняются. А, все, я поняла. Так. Смотрите, это вот то, что можно сделать, чтобы у тебя из носа торчало. Здесь вот такие вот треугольнички, конусы. А у Киры сейчас там кружочки. Смотри, смотри. Если сделать вот так вот, это нормально, так? Ну покажись, я же не вижу. Собаки, тихо. А держится хорошо? Да. Ты можешь мне ближе показать? Я же не вижу ничего. Оттуда зеркало. Я твое зеркало сейчас, Кира. А ну большое, смотри, а если сделать вот так вот, то оно нормально. Ну и так нормально. Оно должно быть таким большим. Покажи. Оно должно быть немножко поменьше. Но знаете, для видео, в принципе, нормально. Если сделать треугольничек,
то они будут идти вот так вот и будет лучше, но я это буду менять потом. Очень круто, держи. Главное, не потеряй вот эти штучки свои маленькие. Так, тара. Так, ты русик. А, давай следующую. Смотри, что здесь. Думаю, это кольцо. Это что? Я в Wow Magic, я это не заказывала. Я заказывала много колец, но я не помню, каких я заказывала, честно. Опять огромные размеры заказала? А, они уменьшаются. Вот такое колечко. Потом вот такое колечко. А вот это мне нравится. Но оно, его можно уменьшить. Тоже огромное, да? А вот это покажи. Нет, оно не огромное. А вот это покажи. Вот это, вот это огромное, вот это огромное. Вот это, знаете, я заказывала вообще для... Тихо! Я вообще это заказывала для какого-то друга, потому что вот эти кольца мне понравились, а это я знала, что оно будет гигантское. А можно я его себе заберу? Мне оно нравится. Оно на тебя большое. Оно на меня, смотри. Я его сейчас уменьшу, и будет нормально. Я это для друга заказывала. Ну ладно, забери для друга, покажи. Она вот красивая. Это очень красивое. Угу. Еще можно уменьшить, сплюснуть, и будет вообще класс. Сплюснуть? Красиво. Так, что еще? Открывай следующее. Давай дальше. Оба. О, а это то, которое я очень сильно хотела. Я хотела его на этот палец, но, как всегда, оно большое. Как всегда, ты просто не смотришь, когда заказываешь. Я заказывала размер. Самый маленький размер. Ты еще говорила, зачем ты заказала самый маленький? Оно будет на тебя маленькое. Вот это я тоже себе заберу. Короче, клево, мне нравится. У меня хоть колечки появились. Капец, это мое кольцо. Оно большое на тебя. Я напалю сейчас. Открывай. Сейчас. Клево. Это нереально. Супер. Вау. Круто. Можно я пойду похвастаться? Пожалуйста. Можно ты откроешь? Пожалуйста, я хочу похвастаться. А потом пойдешь уже хвастаться во все остальные места. Я расстроена, гамаков нету. А. Ты говорила побольше заказать? Ну вот это побольше, мне кажется. Ну тогда. Это как раз побольше. О! Вау! А ну пробуй. И вот такая вот заколка. Она плохо держит мой волос, потому что сейчас я достану свою заколочку, которая поменьше, и вы сравните. Смотрите, ну, она меньше, и просто потрогай, какой тут хват, захват. Ну да, она жестче. И какой вот тут вот, как она просто так... А вот это сила. Да здесь тоже нормально. Мне кажется, это тоже будет очень хорошо держаться, если ты наловчишься. В общем, вот такие вот у нас получились разные. Все. Все. Пусто. Все. Здесь ты уже открыла. Все, нету. Гамаков нету. Осталось только письмо, но письмо мы будем открывать с тобой вечером. Ну что, ребят, всем, кому понравились эти все ссылочки, ставьте лайк. Если будут открыты комментарии, то напишите, что вам больше всего понравилось из этого. Я буду лайкать ваши комментарии. И всем пока-пока!